Добрый день, сегодня хочу продемонстрировать тонометр автоматический, кистевой, ну, запястье. Покупал его где-то года два назад, ну, как-то не особо не верил, что он будет правильно измерять давление. Обычно доверяю такому механическому, но решил, так как скидка была, я покупал его за 500 рублей. Сейчас он рублей 800 стоит. Вот. Ну, ради интереса я его взял. Вот так он надевается на запястье. Решил его проверить, сравнить с механическим. Сейчас механического у меня нет, не знаю, куда он делся. Измерил показания на этом тонометре и на механическом. Как ни странно, все совпало. Ну, там плюс-минус, может, 5 единиц. Вот смотрите, сейчас я попробую померить. Давление обычно высокое. Вот, пожалуйста, показал мое точное давление. 147,98. Тут показывает пульс. Вверху дата, можно дату ставить. Время. Запоминает он до 10, кажется, показаний. Вот сейчас посмотрим последних. Нет. В инструкции было написано, но я уже не помню, потерял куда-то. Вот. Показания, если видно, 98 на 60, 3 это показания супруги. Тут все фиксируется, и дата, и время. Тут сердечко показано было. Вот. Не знаю, видимо, что-то превышало. Я там не разбираюсь, я просто измеряю давление. Короче, очень большая память у этого прибора, да, до 99. Показания сохраняет. Инструкция небольшая здесь указана, как правильно измерять. Честно говоря, я вообще не верил, что он будет что-то вообще показывать. Даже не надо, как обычно говорят, что на таких тонометрах надо где-то 3 раза измерять и среднее арифметическое высчитывать. Тут он каждый раз показывает практически одинаковое давление. То может, как я говорил, 5 единиц будет разница. Можно настраивать время. Короче, очень хорошая штука. Рекомендую всем. 2 года служит мне. Это что-то случайно включил. Ни разу не подвел. Батарейки, как ни странно, я вот самые дешевые сюда вставил один раз. В феврале 2017 года заказывал. Меряю часто давление. И ни разу не менял батарейки. Что удивительно. Ссылку на продавца. Вот такой я дам в описании. Такой вот интересный кейс у него был. Лежит он обычно на самом видном месте у нас. Коробочку я хотел поискать, почему-то я ее не нашел. Видимо, с переездом. Да куда-то у нас исчезла. Все. Это обзор такой товара, который давно заказывал, но хотел поделиться своим впечатлением и своим мнением в данном товаре. Это полезная вещь в каждом доме. Рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще впереди много обзоров, распаковок.